Домохозяйка Гульжан Калынбекова заключила социальный контракт и открыла свое мини-кафе в Бишкеке. Она получила безвозмездно от государства 100 тысяч сомов, на которые арендовала помещение и приобрела необходимое оборудование. Теперь она шеф-повар и владелица кафе. О своем бизнесе мама троих детей мечтала давно и благодаря соцконтракту смогла открыть собственное дело по изготовлению пиццы, суши, роллов в Бишкеке. Я считаю, это огромная помощь именно таким мамам, как я. Это, во-первых, и материально, и морально. Вот, мама знает и чувствует, что есть поддержка именно от государства, от социальной защиты. Ну, ты себя чувствуешь социально защищенной. И это, наверное, дает больше силы. Окей, пицца уздайр был в колды. Блюда уже начали пользоваться хорошим спросом у населения. Ассортимент будет только расширяться, признается хозяйка. Жители с удовольствием заказывают полюбившиеся наборы суши на дом. В кафе также имеется услуга доставки. Спасибо. Приятного аппетита. Приходите, мальчики. При помощи программы социального контракта открыть собственное дело и заниматься тем, о чем давно мечтал, стало реально. Государство помогает построить бизнес с нуля. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства в размере 100 тысяч сомов и консультативную помощь. А граждане берут на себя обязательство улучшить материальное благополучие своей семьи. Основной целью является содействие малообеспеченным семьям, состоящим на учете в районных управлениях соцразвития, оказать им содействие в выходе трудной жизненной ситуации и дать толчок для развития собственного бизнеса. То есть в последующем, чтобы они не просто состояли на учете и получали как малообеспеченные пособия, а именно могли начать какой-то маленький самостоятельный бизнес, чтобы в последующем могли содержать свои семьи. Право на заключение социального контракта имеют получатели пособия Үйблюгө Көмөк. Для получения соцпомощи нужно написать заявление, предоставить копию паспорта и составить бизнес-план. Отбор кандидатов осуществляется специальными комиссиями в 3 этапа. Каждая комиссия тщательно старается рассмотреть, чтобы вот эти все риски минимализировать. То есть, если человек, они же все состоящие на учете, в соцзащите они как бы уязвимые слои населения, и какой-то крупный бизнес начинать действительно сложно. Поэтому мы где-то подсказываем, где-то мы уточняем, где-то мы специалистов приглашаем соответствующих. И стараемся всячески создать условия, чтобы на эти 100 тысяч максимально он мог реализовать свои возможности. Через 3 месяца после заключения социального контракта семья на 3 года лишается ежемесячного пособия «Үйблюгө Көмөк». И только через 3 года, если он по-прежнему будет нуждаться в поддержке государства, может снова подать документы на получение пособия. На проект по выведению населения из бедности из республиканского бюджета выделено 282 миллиона сомов. Из них 35 миллионов сомов получат семьи Бишкека. В столице соцпомощь получили более 200 семей. Многие уже успешно реализуют свой бизнес. Сымбат Алмазова, Вячеслав Кравченко, 5 канал.